Как замечательно! Замечательно. Я чувствую, вы обладаете хорошей энергией. Хорошо. А скажите, кто из вас имеет внутренние барьеры или блоки? Да, правильно. Я думаю, они есть почти у всех. Мы все так много работаем над собой, а барьеры все еще встают на нашем пути. И я обнаружила, что в основном они делятся на 4 категории. Критика, сопротивление, страх и чувство вины. Мы работаем с этими 4 группами. Именно они препятствуют нам больше всего. А сейчас давайте глубоко вздохнем, отпустите все ненужные мысли, которые вы принесли с собой. Просто будьте здесь. Если ваши мысли скачут, а глаза следят за тем, что и где происходит, просто отпустите все и сконцентрируйтесь на своем присутствии здесь. Мы пришли сюда, чтобы освободиться от своих блоков. И мы хотим узнать что-то новое, то, чего не знали раньше. Каждый из вас пришел сюда, чтобы что-то изменить в своей жизни. Мы хотим освободиться и отпустить ненужное. Нам совсем не обязательно бороться и испытывать трудности. Мы не должны прислушиваться к эху прошлого. Услышав старое эхо, давайте сразу же его отпустим. Мы пришли сюда, чтобы узнать что-то новое. И если каждый из нас сегодня осознает хотя бы одну только идею, которая поможет нам улучшить качество жизни, это будет превосходно. Подумайте только, как было бы замечательно, если бы каждый день мы осознавали хотя бы одну идею, которая помогла бы нам привлечь что-то новое в нашу жизнь. Все, с чем мы работаем, это понимание, осознание и знание. И нет смысла наказывать себя за то, что мы чего-то не знаем. Лучше использовать эту энергию на познание себя и осознание того, что нам нужно в себе преодолеть. Одна из проблем состоит в том, что многие плохо представляют себе, от чего же нужно освободиться. Мы знаем, чего нет в нашей жизни, и знаем, чего хотим, но мы не понимаем, что же мешает нам достичь этого. Сегодня я хочу помочь вам взглянуть на то, что тащит вас назад и мешает жить. Я знаю многое из того, что сдерживает нас, попадает в 4 категории. Критика, сопротивление, страх и чувство вины. Подумайте о стереотипах своего сознания и проблемах, мешающих вам жить. На какие категории они делятся, по-вашему? На 2 или 3? Всегда ли это страх или мешает вина? Может быть, сопротивление? Или вы слишком самокритичны? Как вы думаете, каковы барьеры, которые вы должны преодолеть? Как вы уже знаете, наша жизнь всегда отражает наши внутренние убеждения. И если вы хотите узнать, каковы ваши внутренние убеждения, просто взгляните на свою жизнь. Если вы посмотрите на свое окружение, то увидите, во что вы верите о себе, так как весь наш жизненный опыт отражает наши внутренние убеждения. Часть нашего жизненного опыта была просто замечательна, что помогает нам легко идти по жизни, а какой-то опыт был очень негативный, устаревший, бессмысленный. Что-то мы познали, когда нам было всего 2-3 года, и все еще пользуемся этим. Сильнее всего 4 категории блоков, повторю еще раз, это критика, сопротивление, страх и вина. Это они мешают нам жить. Вы наверняка слышали или читали в моих книгах, что любовь к себе – это самая могущественная сила, которой мы обладаем. И тогда все прекрасно, все легко, все идет хорошо. Я не говорю о тщеславии или высокомерии, ибо это не любовь, это всегда страх. Я говорю о глубоком уважении, принятии той восхитительно уникальной сущности, которой мы являемся. Маленькие дети знают, как любить себя. Мы все рождены от чистой божественной любви. И нет ни одного ребенка, который бы критиковал свое тело. Никто из них не говорит: «Мои бедра слишком толстые». Вы когда-нибудь слышали, чтобы ребенок сказал такое? Да дети просто радуются, что у них есть тело. Они наслаждаются любовью к себе. Они любят каждый свой пальчик. Они любят в себе все. Они обожают себя и смело выражают свои чувства. Когда ребенок счастлив, вы знаете об этом. Но когда он сердится, это известно всей округе. Они никогда не боятся показать людям, что они чувствуют. Они живут здесь и сейчас. Они полны смелости, они прекрасны. Мы все были точно такими же. Будучи очень маленькими, мы были полны смелости. Наполнены любовью и обожали себя. Что же случилось, когда мы стали расти? Мы стали слушать других, тех, кто был испуган, критичен, не способен к принятию или тоже испытывал чувство вины. Многие из нас выросли в обществе таких людей. Если вы выросли в семье, где критика считалась нормой, то будете смотреть на все с критической точки зрения. Вы будете критиковать и себя, и других, и не сможете наслаждаться жизнью так, как могли бы. Если вы выросли в семье, где не разрешалось выражать гнев, то вы, скорее всего, боитесь гнева или все время проглатываете его, позволяя поселиться в своем теле. Если вы выросли в семье, где всеми управляло чувство вины, вероятно, и вы будете делать то же самое. Скорее всего, вы будете ходить и все время повторять: «Извините, простите меня», намекая на что-то, и никогда не сможете попросить напрямую, так как это способ манипуляции другими людьми. Это все родительские модели поведения. Очень легко обвинять во всем родителей, детство, окружение, но это лишь останавливает нас в нашем развитии. Мы не можем освободиться от прошлого, если находимся в положении жертвы. А это не приносит пользу, так как вынуждает нас держаться за свои проблемы. Помните, что сейчас вы отвечаете за свою жизнь. И не важно, что говорили родители, что делали с вами другие люди. Не важно, чему вы научились в детстве. Что действительно имеет значение. Так это ваши мысли и слова в данный момент, так как вы единственный человек, который думает в вашем разуме. Вы выбираете свои мысли. Я могу говорить много хороших слов, но если вы выбираете не прислушиваться к ним, то они не будут работать. Вы всегда ответственны за свои мысли. Это вы создаете свой мир и свою жизнь. Одна из самых сильных аффирмаций, которые вы можете использовать, это «Я люблю и одобряю себя». Когда вы впервые проговорите это, удивительно, что может подняться на поверхность. Но вы начинаете произносить эту аффирмацию, и весь негатив выходит на поверхность сознания. И это великолепно, ибо дает возможность узнать, что же нам мешает. Понимаете, если вы не слышите негативные послания, то и не знаете, что мешает нам быть счастливым. Поэтому, начав повторять аффирмацию «Я люблю и одобряю себя», внимательно прислушивайтесь к своим негативным мыслям, потому что именно они мешают вам. Обнаружив негативные послания, записывайте их. Поймите, что вы нашли сокровище. Именно то, что мешает вам, создает проблемы. Помните, мы сами выбираем свои мысли, и мы можем сделать выбор их изменить. Это всегда наш выбор. А сейчас, пожалуйста, достаньте маленькие зеркала, которые у вас есть. Хорошо. Давайте посмотрим, сможете ли вы посмотреть себе в глаза, ничего не приукрашивая. Проверим, сможете ли вы это сделать. Я хочу, чтобы вы посмотрели себе в глаза и сказали: «Я люблю тебя». Я люблю и одобряю тебя такой, как ты есть. Я люблю и одобряю тебя такой, какая ты есть. Начните отмечать, что вы чувствуете. Не оценивайте свои чувства, просто отмечайте. Что происходит? Это чувство радости? Вы чувствуете себя замечательно? Это чувство критики или негатива? Не оценивайте их, просто заметьте, что приходит. Осознайте негативные послания, просто осознайте их и скажите: «Спасибо за участие». Поймите, что негативные послания, которые сейчас приходят, это то, что мешает нам любить себя. Ну, давайте обсудим теперь ваши ощущения. Скажите, какие мысли поднимаются на поверхность? Страх. Так, страх. Кто бы расстроился, если бы вы полюбили себя? Я? Нет, нет, нет. Кто бы расстроился, если бы полюбили себя? Мои родители. Так, ваши родители. Которые из них? Оба? Да. Какова была семейная обстановка в вашем детстве? Постоянное осуждение. Ага. Это осуждающая, не принимающая семья. А вы замечательный, смелый человек. Хорошо. Это просто означает, что вам нужно немного больше поработать с прощением. Я думаю, что души некоторых из нас еще очень молоды. Мы приходим сюда, как в детский сад, и тогда наша жизнь очень проста. Есть души более зрелые, у них более серьезные испытания в жизни, подобно выпускникам университета. Но вы справитесь, просто вы выбрали более серьезные задачи для решения в этом воплощении. Я убеждена, что основная наша задача в жизни — научиться любить себя, несмотря ни на что, что говорят или делают окружающие. И это действительно нам нужно сделать. Итак, у вас присутствует критика, осуждение, страх и немного вины. Я всегда считаю, что мы можем быть выше ограничений своих родителей. У них был ограниченный взгляд на жизнь, а вы были хорошим ребенком и запомнили то, чему они вас учили. Многие из нас уверены, что мы плохие, что мы недостаточно хороши, но мы были идеальными детьми и запомнили именно то, чему учили нас родители. Мы не всегда делаем то, что они говорят, но мы учимся у них. Мы учимся тому, что они делают, и делаем то же самое. Так, хорошо. Ну, кто еще? Ну, вот, вот вы. Я не могу поверить. Мне кажется, работа с зеркалом какой-то нереальной. Нереальной? Я смотрела на себя в зеркало. Это нереально, это притворство. Это нереально. Хорошо, вы делали это упражнение в первый раз? Да. Когда люди в первый раз выполняют это упражнение, они испытывают барьеры и сопротивление. Это нормально. Помните, сопротивление – это первый шаг к изменениям. Когда вам кто-то говорит, что нужно измениться, вы очень удивляетесь, вы возмущаетесь, говорите: «Мне? Ну уж нет». Если кто-то говорит вам, что для улучшения жизни необходимо прощение, вы можете ответить: «Кому? Мне? Я не хочу прощать». Наше сопротивление выходит на поверхность, и это хорошо, так как это первый шаг к изменениям. Окей. Кто из вас почувствовал, что это упражнение притворства? 2-3 человека. А сколько людей рассердились? Кто расстроился? Много. А вы знаете, что происходит? Когда вы смотрите в зеркало и говорите: «Я люблю тебя» в первый раз, то маленький ребенок внутри вас плачет: «А где же ты была все это время? Я же жду тебя!» Появляются волны печали, потому что, скорее всего, вы очень долго отвергали этого ребенка. Так, ну, кто-нибудь еще? Когда я смотрела в зеркало, я почувствовала себя ужасно. А что ужасного в вас? Ну, я такая толстая и страшная. Толстая и страшная. Что еще? Помимо этого? Ну, все ужасно. Все страшно. Так много ошибок я сделала в прошлом. Похоже, когда вы были маленькой девочкой, вы пытались выжить самым наилучшим образом. Возможно, вы не чувствовали себя в достаточной безопасности и пытались защитить себя сами. Когда мы предпринимаем меры защиты, то от этого чувствуем себя плохо. Тогда мы уступаем и говорим: «Я никогда не смогу чувствовать себя в безопасности». Я сама была маленькой девочкой и пыталась быть смелой. В дальнейшем чувство опасности всегда приводило к тому, что я полнела. В такие мгновения моя жизнь становилась такой злой и трудной, что я набирала несколько килограмм. Однажды я сказала себе: «Луиза, все, хорошо, нам надо поработать над этой проблемой. Мы должны осознать, что мы с тобой в безопасности, и научиться быть счастливыми прямо здесь и сейчас». Да, я чувствую себя испуганной, очень-очень испуганной. Понятно, это просто чувство внутри вас, это факт. А вы знаете, чего боитесь? Да. Ну, поделитесь с нами. Я подвергалась сексуальному насилию со стороны отца. Да, это ужасно. Многие из нас прошли через это. Интереснее всего, что сейчас это происходит очень часто на всей планете. Но чтобы выйти из этого страха, нужно пройти через него. И мы должны помнить, что чувства, которые поднимаются на поверхность, это лишь чувства. Мы не проходим этот опыт снова. Вам может помочь медитация для исцеления внутреннего ребенка. Соединитесь с ребенком внутри себя и проведите для него медитацию, в которой он будет в безопасности. Я сама жертва инцеста и придумала очень хорошую медитацию для своего внутреннего ребенка. Я придумала, что у моей девочки есть волшебница крестная, как в сказке «Волшебник изумрудного города». Именно это нравится моей маленькой внутренней девочке. Я знаю, что когда меня нет рядом, рядом с ней ее крестная, и ребенок всегда в безопасности, потому что о ней заботятся. Она живет во дворце с дворецкими, двумя большими собаками и другими вещами, которые приносят ей чувство безопасности. И она знает, что никто никогда ей снова не может навредить. Она чувствует себя в полной безопасности. И когда я взрослая смогу обеспечить ее безопасность, я смогу освободиться от этого ужасного опыта. Итак, если вы сможете помочь своему внутреннему ребенку, это здорово поможет вам и сделает жизнь прекрасной. Хорошо. Когда вы смотрите в зеркало, изнутри поднимается то, что есть в вас. Вот почему я люблю работу с зеркалами. Я вам напомню: страх, сопротивление, критика и вина. Вздохните глубоко, будьте горды собой за свою смелость. И, конечно, главная вещь, над которой нужно работать, это прощение. И это трудно для всех, но для некоторых особенно трудно. Иногда, когда это имеет отношение к инцесту, трудно поверить, что другой человек поступал наилучшим образом, со всем пониманием, осознанием и знанием, которое у него было на тот момент. Узнайте как можно больше о трудном детстве этого человека. Это тоже сможет вам помочь. Неважно, как плохо вел себя этот человек, он был рожден чистым ребенком, в чистой любви. Что случилось с ним на длинном пути жизни? Я испытывала гнев к родителям, потом я простила их. Сейчас я бываю очень рада видеться с ними. И они рассказывают мне о себе, и я поняла, как тяжела была их жизнь.